Добрый день! Вы на канале Москлад, меня зовут Алексей. Сегодня на обзоре плоскошлифовальный станок SGA-2050 AHD. Он применяется для чистовой обработки металлов методом шлифования в ручном или в автоматическом режиме с точностью до 5 микрон. Величина съема металла за один проход составляет от 5 до 50 микрон. Сама шлифовка металла выполняется с помощью шлифовального круга, который расположен за защитным кожухом. Скорость круга фиксированная составляет 2200 оборотов в минуту. Добиться необходимого качества поверхности можно либо с помощью регулировки продольной подачи за счет уменьшения гидравлики, либо с помощью поперечной подачи, она регулируется с контроллера. Что касается работы, есть два варианта. Либо работаем вручную с помощью маховиков, но, как правило, их используют только для подведения круга заготовки, либо с помощью удобного контроллера. На нем задается количество черновых и чистовых проходов, а также величина съема в микронах. Предположим, нам нужно снять 70 микрон. Мы можем задать 3 черновых прохода по 20 и 2 чистовых по 5. Станок это все сделает и отобразит результат на УЦИ. Для охлаждения заготовки во время шлифовки на станке предусмотрена подача СОЖ. Заготовка устанавливается на магнитный стол, который включается также с помощью контроллера. Размеры стола 500 на 250 мм. Станок оснащен автоматической системой смазки, которая обеспечивает качественную смазку ходового винта и направляющих. В стандартной комплектации со станком идут гидравлическая станция, которая отвечает за продольную подачу, магнитный стол, система автосмазки, система подачи СОЖ с сепаратором и пылесос. Последний используется, когда выполняется калибровка шлифовального круга алмазным карандашом. Во время работы он может стачиваться неравномерно, и его необходимо периодически править. За подбором плоскошлифовальных станков обращайтесь в компанию «Москлад». Мы подберем, доставим и выполним бесплатные пусконаладочные работы на вашем производстве. Связаться с нами можно по телефону или по электронной почте. Выбирайте правильные станки для вашего производства. До свидания!